Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня, какое у нас, 20 октября. И сейчас хочу я рассказать вам о сорте Вова Путин. Я вот когда про малинового гиганта снимала, я несколько, ну как, вскользь упомянула, что у меня там в теплице еще висит Вова Путин томат. И сказала, что у меня всего несколько семечек, что этот сорт для меня такой драгоценный, я его развожу. Хотела чуть позже рассказать, но так как уже комментарии не очень корректные начались после этого видео, я хочу, меня вот эти комментарии, один комментарий сподвиг на более скорейший, вот сегодня прям сразу расскажу, потому что я не люблю вот таких необдуманных комментариев, когда люди, как говорится, не зная вообще ничего, никакой информации, начинают выдвигать свои версии. Вот Надежда Клименко написала: «Хочется без политики, но, видимо, в огороде политика тоже прет. ВВ Путин, чем дальше, тем толще». Это ужасный комментарий, потому что томат к президенту не имеет вообще никакого отношения. И все люди, которые более-менее интересуются огородом и сортами, все об этом знают. Я написала: «Надежда, наш президент здесь ни при чем. Автор назвал томат в честь друга. Детство, простое совпадение». Но так как я так и так хотела рассказать об этом томате, может быть, еще кто-то еще свяжет название этого томата с нашим президентом, я сейчас расскажу, почему на самом деле назван этот томат так и какой он есть. Потому что этот томат новый, еще довольно-таки не... Сейчас вот так перенесу. Угу. Неизвестный людям. Так, сейчас минутку ждите. Описание сорта томата Вова Путин и его характеристики. Томат Вова Путин выведен челябинским селекционером Николаем Александровым. Сорт среднеранний, индетерминантный, имеющий неограниченный рост основного стебля. Куст достигает 1,5 метра в высоту, нуждается в подвязке и опоре. У меня он вырос еще выше. Посынкование для Вовы Путина является обязательным. Самая высокая урожайность была зафиксирована при формировании растения в 1-2 стебля. И в средней полосе данный томат выращивается, как правило, в тепличных условиях. У меня он и рос в теплице. Характеристика сорта: плоды Вовы Путина плоскоокруглые или сердцевидные, насыщенно красного цвета, весом 200-400 и бывает до 1 килограмма. У томатов плотная мясистая мякоть и отличные вкусовые качества. У меня вот такой вот он ярко-красный, сердцевидный. Действительно, он вкусный, мясистый. И у него... продолжительное плодоношение. Вот это вот плоды, это уже последние. Тут грамм 300, наверное, он. Первые плоды, конечно, были крупные. Но так как я выращивала его в этом году для себя, я не хотела вообще его показывать, потому что начнешь показывать, будут семена просить. Семена у меня в этом году только для себя. Вот автор, селекционер. И, что самое главное, я хочу сказать, все, кто обычно как начинают смотреть, В каждом описании этого томата написано: по признанию селекционера Николая Александрова, сорт Вова Путин назван не в честь президента России, а в честь друга его детства. Так что при чем здесь политика и при чем здесь президент? Я вообще, было бы глупо на огородном канале про садоводство еще приплетать какую-то политику. Ну, как говорится, кто о чем думает, тот о том и пишет. Но если вы пишете «хочется без политики», так вы не пишите такие комментарии, на которые, как волей-неволей, приходится отвечать, затрагивая политику. У меня, конечно, тоже есть свои убеждения политические. Мне не очень нравится, что написано «Путин, чем дальше, тем толще». Я считаю, что это вообще некорректное высказывание в сторону президента. И у меня, как я говорю, что есть свои там политические взгляды, но я всегда держу их при себе, и я знаю, что от моих взглядов никакой ход там международных событий не изменится. И я считаю, что даже не нужно в комментариях про сад-огород писать вообще про эту политику. Но если вот так вот говорить не про томаты, а именно про Владимира Путина как президента, то из всех, череда которых передо мной прошла перед глазами, Хрущев, Брежнев, Черненко, Ельцин, Медведев, Путин. Видите, я как долго жила.
Путин больше всего подходит на роль президента. Все. А это даже для меня это даже не обсуждается. Но мы на этом канале говорим только о томатах. И у нас Вова Путин это не президент. Это просто томат. Очень вкусный, красивый, урожайный. Назван в честь друга детства, селекционера, автора, который вывел этот превосходный томат. До свидания. С вами была Ольга Чернова и томат Вова Путин.